Число жертв взрыва в городе Джизри на юго-востоке Турции, по данным агентства «Андалу», выросло до 11 человек. Как передает Рейтер, заминированный грузовик был взорван у КПП в 50 метрах от здания регионального командования спецназа полиции. По заявлению Министерства здравоохранения Турции, число раненых превышает 70 человек. Сколько погибло, уточняется. Город, где произошел теракт, расположен в турецкой провинции Шернак, граничащей с Сирией и Ираком. В ней проживает значительное число курдов. В организации теракта власти подозревают боевиков, запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Турецкий телеканал НТВ сообщает, что полицейское управление полностью разрушено. Несколько соседних зданий повреждены осколками и взрывной волной. В Джизри переброшены боевые подразделения армии и жандармерии, которые участвуют в операции по поиску террористов.